Всем привет! Сегодня у нас на рынке появилась такая акция «Пакет накопления». Купить определенное количество самоцветов, включая бонусные, для получения соответствующей награды. За 30 тысяч вы получаете коробочку 5 уровня. За 60 вы получаете гаргула плюс его скин. Облик гаргула. Кибергаргул называется. И за 180 тысяч самоцветов вы получаете Анубиса. Получаете коробочку 5 сета. Точнее сет 5 левела. И камень аугментации, который нам после обновы, скажем так, очень нужен. Так, давайте начнем. Смотрим. Так, это забираем, забираем, забираем. Смотрим. Переходим на склад. Так. Обменивается на облик гаргула, кибергаргул. Перейти. Используется особенности жизнь плюс 10 тысяч. Точно так же, как и у Купидона. Обменять. Так, облик получен. Это у меня осколками есть, он еще собран. Вот такой вот интересненький гаргул. Давайте выставим его на таблеточку. Так, он у меня будет опять в конце. Вот он. Смотрим. Где ты там бежишь? Вот так он интересно бежит. Мне он напоминает летучую какую-то мышь больше. Давайте его сюда пошлем, бежи сюда. Ну, не знаю. Прикольненький, хотя бы какая-то, ну не знаю, все остальные скины уже приели, не скины, точнее, и герои приелись. Изменения вот такие, в принципе, радуют. Интересные. Так, давайте посмотрим на него в бою где-то. Ради интереса. Ну, вот такой вот. В принципе, неплохой герой. Так. Ну, не знаю, посмотрим, что дальше у нас добавят. Ну, пока радует, красивый герой. Не знаю, ли он будет вписываться в дальнейшую нашу игровую, скажем так, картину, но то, что есть изменения, это радует. Игра не стоит на месте.